Криптомир делает музыку ближе. Знаменитая исландская певица Бьорк известна тем, что при создании своих произведений без колебаний использует новые технологии. Не исключением стал и ее последний альбом «Утопия». Певица объявила о том, что теперь у поклонников появилась возможность приобрести его за биткоины и другую криптовалюту. Кевин Бейкон, генеральный директор Blockpool, говорит, что речь идет не о маркетинговой стратегии Бьорк, а о том, чтобы быть лидером в этой отрасли, создавать творческие вещи и использовать развивающийся криптомир.